Это потрясающе, иметь возможность собрать два больших промоушена с лучшими бойцами, которые у них есть, и объединить их в одном карде, чтобы они сразились друг с другом и посмотрели, что из этого выйдет. Уверен, что мой непобежденный рекорд немного засел у них в голове. Мне просто очень нравятся мои шансы в этом бою. Я быстрее, сильнее. Я просто лучший боец. Считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы быть лучшим в своем деле. Я не думаю, что многие люди просто случайно становятся чемпионами. Чтобы стать таковым, нужно иметь определенный склад ума и душевную стойкость. Я не особо задумываюсь о том, что я сделал в прошлом. Передо мной всегда стоит новая задача, которую я должен решить и взять под контроль. Я все еще расту как боец. Я не использую свой максимальный потенциал. Когда я смотрю бои, то понимаю, что есть много вещей, которые бы я мог сделать лучше. Я делаю все возможное, чтобы стать одним из лучших, если не лучшим бойцом в мире. Мы фокусируемся только на тренировке функциональных параметров. Почему это так хорошо работает в ММА, например, с такими бойцами, как Джонни, так это потому, что компоненты, которые мы видим в эффективном цикле, такие как механика броска и спринтерская механика, напрямую переходят в удар, удар ногой, борцовский бросок. Мы просто пытаемся выровнять и улучшить все составляющие его техники, чтобы, когда он выйдет на бой, все работало слаженно и он доминировал. Я принимаю каждый день, день за днем, и просто продолжаю становиться лучше, и когда я появляюсь на арене, приходит время показать шоу, и я покажу его. Иногда я могу переступить через себя. И это одна из причин, по которой я начал учиться работать умнее и не так жестко. Это тонкая грань. Вы всегда можете превзойти самого себя и знаете, что это может принести вред. С возрастом я научился работать умнее, а не усерднее. И каждый день я иду учиться и совершенствоваться, чтобы стать лучшим бойцом в мире. Мы стараемся ходить на пляж. Когда я только переехал сюда 7 лет назад, я постоянно ходил на пляж. Но теперь, когда я стал более местным, я хожу не так часто. Когда я рос, я играл в футбол, занимался борьбой, немного играл в баскетбол, бейсбол, делал все. Когда я повзрослел и перешел в среднюю школу, то начал по-настоящему развивать свою борьбу. Я увидел возможность поступить в колледж, получив стипендию по борьбе, и в итоге поступил в университет Миссури. После того, как все было сделано, я переехал в Южную Флориду на работу и стал участвовать в жизни борцовского сообщества. Днем я работал, а после работы тренировал борьбу. Это послужило толчком к тому, чтобы я попал в American Top Team. И они довольно быстро приняли меня. Я должен был каждый день приходить на занятия, тренироваться и показывать хорошие результаты в зале. Я думаю, что это веская причина, по которой они взяли меня, потому что я был настолько опытным, но я очень хорошо справлялся с занятиями по грэпплингу. И я думаю, что они видели, как навыки продвигаются вперед, как они растут, и они думают такие: «Ладно, у этого парня определенно есть шанс стать крутым». Конечно, приятно, когда в зале висит твой плакат. Это зависит от того, насколько вы успешны. Мы стали командой и семьей, и получить такое признание — это, конечно, большая честь. Тот факт, что мы все собрались вместе и смогли добиться чего-то подобного, значит для меня гораздо больше, чем сам пояс. I'm ready.
Это потрясающе, когда два крупных промоушена с лучшими бойцами, которые у них есть, собирают их в одном карде, чтобы они сразились друг с другом и посмотрели, что из этого выйдет. Есть небольшое противостояние между American Top Team и Kill Cliff, а также Bellator PFL. Но для меня это просто очередной кулачный бой, чувак. В конце концов, там только я и этот парень, и мы сражаемся друг с другом. Что меня особенно радует в бою с Импой, так это то, что у парня сейчас победная серия. Он на подъеме, он чемпион мира в полутяжелом весе. Он больше похож на парня, который стоит и бьет, стоит прямо перед тобой. Он просто любит разбрасывать руки. И мне очень нравятся мои шансы в этом бою. Теперь я больше смешиваю стили. Я стал немного более разносторонним. Я быстрее, сильнее. Я просто лучший боец. Победа над ним — это престижно, и это еще один шаг в правильном направлении, чтобы показать, почему я один из лучших бойцов, когда-либо выступавших в этом виде спорта. Думаю, фанаты узнают, что я очень плохой человек, и что я умею драться. За мной интересно наблюдать. На самом деле, все, чего я хочу, это просто хорошего выступления, и чтобы люди были в восторге от него.